Вот, друзья, вам показываем тоже литовская кровь, где-то строкенинская. Кобылица 4 года. Жеребят не водила еще, но вот будут пробовать они обучать ее. Вот. Пустили к жеребцу, чтобы понюхалась. Она даже не реагирует. Кобыла рослая. Порвали матку, бля. Место. Как бульяна, да? Как бульяна-то матка. Хорошая, да? Хорошая. Хорошая. Белые чулочки сзади, бля. Место. Иди. Марша, место. Иди потом сбери. Так потом она не достанет. Ну, я ее насыплю. Сейчас насыплю. Кто старший ходит? Вот так. Старший молодец. Да, ну, в одном лице. Как тебя, дядька? Коля. Вот там в пристройке. Санки стоят?